Всем доброе утро. Мы уже проснулись, сидим опять, завтракаем, снимаем наш завтрак. София кушает бутеры. Понравилось? Вот, видите, у нас есть кумир из ТикТока, который вот так вот лепят на лицо себе. И мы тоже захотели. Что-то вот сюда. Ну и туда, да. Угу. Чувствуется, как будто мне зуб вытекнули. Такая гладкая. Да? Угу. Ясно. Так, у нас завтрак сегодня опять бутеры. Вчера купила икру. Или не икра, как правильно называется. Мне понравилось. София попробовала, как всегда сказала, нет, невкусно. Горбуша скумбрия рубленная. С овощами тут, наверное. Короче, Софии больше понравилась вот эта вот икра. Я говорю, ну ладно, кушай. Я чай с лимоном, как всегда. София тоже чай с лимоном. Приятного аппетита, дочь. У нас сегодня было пасмурно, но сейчас чуть-чуть небо уже, знаете, как-то расходятся тучки, что ли. А было прям пасмурно. Пасмурно, я думала, дождик будет. Но вообще сегодня обещают плюс 16. Вот, и солнышко целый день. Ну, посмотрим. Время 11 часов у нас. Посмотрим. Ой. Так, ну ладно, друзья, мы будем кушать. Вот, сегодня какой у нас план действия? План действия такой. Да, нам нужно сегодня подготовиться к контрольной работе по русскому языку. Тема глагол. Но ты мне дашь телефон, там будет задание, я должна буду. Да, да. Я тебе, да, там, да, короче. В черновик. Я потом проверю. Да. Так, вот такие вот, друзья, дела. Мама, а можно еще покушать, если мы сегодня вместе успеем покушать, полежим немножечко. Давай, хорошо. Давай, спасибо. Кушай. Так, друзья, все, София сидит, занимается русским. Я ей в телефоне нашла тест. Вот, и она сейчас сидит, делает этот тест, готовится к русскому контрольной работе. Вот, у нас сейчас есть небольшая новость. Вот, но я не знаю. Наверное, мы сейчас вам пока про нее говорить не будем. Оставим ее такой тайной. Вот, когда все узнается точно, все точно решится, вот, что это, чтобы было 100%, тогда мы вам сообщим. Но эта новость, наверное, больше интересна для Софии, потому что это для нее, опять же, вот, но как бы интересно, да, для ребенка это как бы интересно, вот, но так, такую тайну с вами мы с ней выдержим для вас, и чуть-чуть попозже, когда вся информация будет уже 100%, мы вам сообщим, да, что у Софии, какое произойдет событие. Но это тоже будет все зависеть от Софии. Да, как она будет учиться, мы с ней договорились, потому что все должно быть по-честному. Если ты учишься, то у тебя что-то происходит хорошее, да? Если ты ленишься, учиться не хочешь, да, то что может произойти? Ничего. Кто, может быть, догадался, или как у кого-то есть свое предположение, вот, да, напишите в комментарии, может быть, даже кто-то угадает, что может у нас произойти. Подпишемся на вас. Да. Так, ну ладно, все, София пусть занимается. У нее тест, ну, большой. У нее первый и второй вариант есть, нам надо успеть. Первый, второй, я же второй взял. Ты первый, второй напишешь, потому что учительница может вам поменять. Все, давай. Так, все, мы идем в школу. У нас уже время. У нас 20 минут, чтобы добежать и переодеться. Не опоздать. У нас цветочки, уже тюльпанчики растут, да? Это все тюльпанчики, да. Вот это вот роза будет красивая. Красиво, да? Тут колючки, потом цветочки вырастают. Да ты что? Классно. После себя, когда лето было, я видела, на колючке цветочки росли. Угу. Вот кустик. Ага, травка растет. Все, давай бежать, чтобы нам не опоздать.
все, мы пришли в школу. Я помогла Софии переодеться. Все, давай целую. Пока вам. Все, давай, хорошего дня. Так, друзья, ну мы... Я не стала вам снимать, когда Софию забрала, потому что опять все как бы одинаково, да, у нас. Встретила Софию со школы. У нас, кстати, вечером был ветерочек, холодновато. София замерзла, она сегодня еще поздно вышла со школы. У нее сегодня дежурство, вот, в среду дежурит, поздно вышла. Вот, домой пришли, покушали, вот, и София начала заниматься. Вот такие вот дела. Сейчас делать математику. Кстати, по поводу карточек, которые вчера... Вот София дала однокласснику свою карточку. Он решил, она вот его проверяла, завтра ему вернет. А это он ей свою дал. Она сегодня не успела решить. А на уроке она взяла домой, вот решила. Завтра будет проверять Арсений у нее. Вот такие дела. Она уже переписывает в чистовик домашнее задание. Уже в черновике все решила. Сейчас перепишет и будем отдыхать. Завтра у нас русский и математика. Ой. Русский и английский. По английскому там слова. Нужно выучить 4 или 5 слов. 5. 5? Да, вот. А по русскому у них будет... В учебнике есть текст, который надо потренироваться дома. И учительница будет диктовать, они будут записывать под диктовку и, ну, на оценку. Завтра будем тренироваться. Вот, сегодня только математику сделаем, потому что София уже сама уже все, она устала, спать хочет. Так, друзья, ну все, София выучила математику, все сделала. Уже зубки почистила, сейчас будет свои делишки делать. Я уже постельку... почистила. Да, постельку уже свою мы постелили. Я ее буду сейчас ждать. Она дела свои доделает. И будем ложиться отдыхать, потому что время у нас сегодня уже поздно. Время, наверное, уже около 12. Не, ну 12 нет, может, 11:30, но уже поздно. Мам, мы же ребятку обещали показать мой костюмчик фиолетовый. А, да? Да? Ну ладно, завтра покажем, я чувствую, что... Да, друзья, завтра мы вам покажем маечку. Я вчера вам рассказывала, София покупала 2 комплекта, маечка с трусиками, в таком, знаете, лимонном цвете и в таком фиолетовом цвете. Вот. Завтра вам покажем, потому что сейчас я уже все буду выключать камеру, вот, ложиться отдыхать, буду ждать Софию. София сейчас свои дела сделает. Что там такое? Ну, давай в раковину, да. А Тарсика, да, они так и будут летать. Мне надо еще диван почистить. А может быть, он в обезьянку превратился и вот так вот ходит тут? Ага, ходит. Ну, поправь эту. Угу. Так, ну ладно, давай. Будем желать спокойной ночи нашим друзьям. Кулечка моя, кулечка. Аккуратно. Все, давай, твой выход, Зай. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. И обязательно нажимайте на... и пишите комментарии. Обязательно очень. Обязательно очень. Всем пока-пока. Спокойной ночи, до завтра. Да, друзья, всем спокойной ночи. Всем пока-пока. София, говорю, давай маечку покажем. Давай завтра. Я говорю, давай сегодня. Ну, покажи, какая на тебе прелесть. Ну, бери вот. Ой, красиво как. Тебе нравится, дочь? Не люблю, когда София вот так вот губы делает. Делай нормально. У тебя какое-то кривое лицо сразу становится. Зачем? Знаешь, как сразу некрасиво? Так, красиво улыбаешься. Так, ну все, друзья, еще раз спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.